фоткать? Видео. Снимай. Вот, видео. Только не убейся на нем, слышишь? Да я вижу. Ты куда? Только не убейся, пожалуйста. А что вот на этом не хочешь прокатиться? На каком? Ну что, как тебе? Ласка. Пойдем, товарищ милиционеров. Вон машинки. Ты на машинках хочешь кататься? Да. Пойдем. Тир. Блядь, тир. Пойдем. Лучше свешиваться. О, кстати, прикольно. Так в этом на школе хоть... даже такие. Да, да, у нас тоже были. Тут очередь. Приобретайте пульки в универмаге. Ага. Тир старше 14 лет. Пошли в универмаге пульки купить. У меня денег нет. Так, надо свешиваться. Блин, целая очередь. А? Как не... Что, правда не работают? Не, нормально. Так, ну все, перекладывай на одну. Вот, все. И теперь этим вторым рычажком. Вот. Вот где-то примерно столько. Это получается. Тихо, тихо, нет. Нет, там стоит. Вот. На какой цифре стоит? Там посмотри. 70. Ну вот 70, окей. 70 сколько? 74. С половиной. Не, много. А, 73 с половиной. Много. Ну, короче, 73 с половиной. Правильно? Правильно, 73 с половиной. А то наши плюс-минус 10 показывают весы. Что? Наши весы плюс-минус 10 показывают. Электронные вообще что-то перестали работать. Кладокомбинат имени кого-то. Чего, хочешь это? Какой? Октябрёнок? Спроси. Моссельпром. Квас. Что-то квас нет. Баскин Робинс. При чем тут Баскин? Нет. Пульки. Железные. Пульки. Нормальные. Сейчас я вам советские. Всех побью. Да?
пирожки, кофе. Пирожки такие дорогие. Кофе. Вон нужно съесть, я хочу съесть, сфоткаться. Ну иди. Пойдем, все, постреляю. Тут очередь не слышно. Вот никого не было, можно было сесть спокойно. Как только товарищи милиционеры подошли, сразу очередь набежала. Держи. Сейчас зоркий глаз. Помните как? Нет, я изложила. Надо его нажать и... Последний, так же последний. Берете правой рукой, левый ближе к концу ствола. До щелочка сюда. Пульку вставляете пустотой к себе. Закрываете. И целитесь, совмещая прицельный планк в щель и конец мышц, чтобы на одном уровне сделать. И целитесь, красные кружочки, пойдите в красные кружочки. Красные кружочки, да. А если пустотой не к себе, то что случится? Ну, вылетит, но он криво полетит. Гарантированно никуда не попадет. Ну, или только случайно. А, так тебе потом сядь, тебя тут все и не слышно. Еще кто-то движущий, да, попадает? Извини. Братика, да. Секундяна. Сколько стоит пулька? Пульки продаются в универмаге при входе справа. 120. Эдикват? Эдиквали HT. Да. 100 рублей. 100 рублей. For how many? Чего many? Как много? Сколько, да? 120 рублей. Заходи. На, забери сумку. Не, а тут есть, да. Тут места смогу достаточно. Заходите, заходите. Не-не, а, вот, да? Вот, да, хорошо. Открывай. Недостаточно. Ты будешь стрелять? Да не, стреляй. Я уже в конце, на самом деле. Да? Ну давай, я тогда. Красные кружочки. Где мой глаз? Ого, что там? А что, полет упал? Он не падает, он пытается залететь, но уже не может. Все, уже бензинку сейчас горечки, да, надо. Уже все. Мало пулек, знаешь, продаете. Как раз, может быть, даже наоборот не может. Снимать? Господи. Нет. Надо в красный кружочек. В бабушку не смысл. А, да? В красный кружочек. Нет, трудно попасть. Попасть в красный кружочек?
Иначе было бы слишком просто. Да. Это окно было Нет, давай, попади вон в курицу. В саму курицу или в красную кружку? Красную кружку. Это ничего. Ничего. Просто для мишеней, но их нет. Да, свечки как раньше стояли. Ну да, можно поставить, но жечь не разрешат. И что снесло? Остальное. Нет. Все. Ладно. Спасибо. Пошли. Спасибо. Держи телефон. Да. Слушай, ты что, правда такие автобусы были? У нас тир был такой стационарный. Так, ну что, пойдешь или там? Там опять очередь. Опять. Ты говоришь, это не снимай, не снимай. Типа и всякие сыры. Ереванский сыр был, осетинский. О, осетинский вкусный сыр, кстати. Причем настоящий, натуральный. Блин, у меня аж... В принципе, сейчас тоже мяш натуральный. Вот этот просто очень вкусный. И вот этот и чанах. Что, пойдем Баскин-Робинс? Стенгаз. Баскин-Робинс? Это не из СССР. Откуда Баскин-Робинс? Пошли, вон там есть проход. Да. О, мини-пух, кстати. Чего мы с ними сфоткались? Ну, а кто нам мешает? Тебя сфотографировать? Что, перелез через забор? А ну, ну, перелазь через забор, если хочешь. Ну, я пойду. Так что, у тебя фотографировать, не? Нет, пойдем. Ну, как же? А Винни-Пух? Эй, ресторан седьмое небо. Винни, Винни. Ты купил билет? Худеть. Неделю, не меньше. Слышишь, я же все вижу. Я с тобой, что в интернете, я с тобой цветусь. Смотровая площадка. А? Б, слушай, я не понял, а зачем забор, если тут дырка? Вот забор, а вот дырка в заборе. Да, Ярослав, спроси меня, у тебя есть билеты, зачем ты туда идешь? Кассы написано, билеты на телебашку. Пойдем посмотрим. Ярослав, когда ты так снимаешь, мне прям... Я понимаю, что люди с какого-то... Здесь нельзя только оружие, собак, и а, снимать можно. Я хотя бы один раз попала, со второго раза. Ну, извините. Выход за пределы галереи запрещен. Вопрос, зачем эта полянка, если выход запрещен? Зачем мне туда идти? Ну все, пошли. Так почем стоит подняться? Ну все, назад пошли. Если на выход такая же, блин, трехэтажная система безопасности, блин, похлеще, чем в аэропорту. Причем вот в Дубае были, там просто прилетаешь и все, никаких рамок, ничего, да, то есть там штампик поставили. Когда и уезжаешь в аэропорт, заходишь. Уезжаешь тоже без проблем. То есть во всех странах таких, где безопасно, где реально безопасно, никаких рамок нет. У нас тоже безопасно. У нас просто деньги на этом. У нас, да, это воровство просто денег на самом деле.
То есть где-то кого-то взорвать, потом под это выделить кучу бабла, ну типа на безопасность, ну и там окей, как бы больше дальше не взрывают. А, зонтик. Господи, боже мой. Застряли. Слушай, как в Северной Корее, блин, наверное, да? Что? Я говорю, как в Северной Корее. Да. Не знаю. Ну ладно, все. Парк советского периода? Не, классный парк, все замечательно. Вот это только система безопасности, которая не дает людям войти. Но с другой стороны, сильно отсекает там. Ну то есть, если вот... Пьяных там нет. Пьяных, да. А я имею в виду, отсекает. Вот как бы не сильно хочется, думаешь, да ну его нахрен. И не пойдешь. А если реально хочется... Не, прикольно, прикольно, слушай, мне понравилось. Вроде ничего нету, да? Ну, какая-то фигня. Вон мячик кидают там. Не знаю, гири стоят. Не сфоткались. Как это не сфоткались? Я сфотографировал все вот на видео. Вставай мне. Вот. Колючая проволока, пожалуйста, вам. Как в советском времени, да? Я уже давно не видел колючей проволоки, на самом деле. Я тоже. В Москве колючую проволоку, да, давно не видел. Ну вот, здесь можно увидеть. Не, не жарко. Ладно, пойдем. Можем вон отсюда на ВДНХ. На электробусе. Можно. Лодка. Сейчас он на рельс поедет. Угу. Я так понимаю, вот он рельс, да? Контактный. Ну, контакта три здесь. Нет, я так понимаю, три фазы. Рельс-то. Ну, рельс это что? Он бетонная вот эта штука или железо. Железная. На ней ездит. Это проект такой. Не, классно. Ну, с другой стороны, понимаешь, еще под него... Параллельно ему идет вот такая фаза. Ну да. Во-первых, да. Во-вторых, короче, вот обычное метро с обычной колеей, оно более выгодное. Вот. А монорельс с индивидуальными, уникальными особенностями, там, то есть ничего повторяющегося, да? Оно слишком дорого, очень дорого. Вот, в принципе, вот этот проект Юницкого, который там, Юнибайк, Юнибас и так далее. Вот. Имеет, ну, как бы, имеет место быть. То есть вместо того, чтобы прокладывать там дороги, проще вкопать столбы, повешать преднатянутый там тросом такую балку и по этой балке сделать реальный монорельс. Ну, то есть подвешенный такой. В принципе, сейчас, в шахтах, кстати, такие ездят. Сейчас, кстати, развивать систему канатных дорог. Ну вот, да, канатная дорога практически, вот этот юнибайк, юнибас. Идея здравая. Она даже реализована в Беларуси. Ну, по крайней мере, на видео показывают. Skyway. Ну, вот я про Skyway и говорю. Юницкий, Юнибас. А он есть? Да, на видео показывали, ездит. Там проблема в... этом. Даже не техническая. Проблема, конечно, в деньгах всегда. А оно финансируется за счет, ну... Ну, я бы назвал это donation. То есть там продают акции, а компании... Через этот маркетинг, да, там, как его, короче, реферальные ссылки, вот, те рефералы, которые все это продвигают, короче, из-за этого получается, ну, какая-то типа пирамида, блин, вот, и самое интересное, люди вкладывают в одну сторону, ну, как бы акции купили, да, и вот уже там, не знаю, лет 6 эта тема существует, и никто нисколько денег с этого не получил. То есть только вкладывают. А, ну, там проводили переговоры
с разными там шейхами. Не знаю, кто-то что-то купил или нет. Ну, насколько я знаю, пока дивидендов на акции нет. Более того, насколько я знаю, даже акции перепродать нельзя. То есть биржа, на биржу никуда не вышло. Ну, вот. Поэтому такая тема. В общем, если хочется поучаствовать и вложиться в новые технологии, то это можно сделать. А вот заработать непонятно как. Угона.нет. Угона.нет. Это реклама. Так, ну ладно. 22, 22.